Так. Блин, пишет акробат. Тебе надо людей в транс вводить и внушать это. Ходил раньше на подобные вещи, помогает, но примерно на месяца 3-4, пишет акробат. И опять-таки я повторюсь, да, мы забываем обо всем об этом. Забываем? Забываем, потому что ум, он силен. И то только благодаря нам, потому что эту силу уму даем мы. Вот и все. И я ловлю себя тоже на моментах, когда ты вроде бы все живешь в таком не абсолютно осознанном мире, конечно, нет, но ты часто об этом вспоминаешь, ты видишь, как это все работает, как это помогает тебе добиваться то, чего ты не мог раньше добиться. И вкушая эти плоды вкусные, кушая это яблоко, ты снова становишься неосознанным. А нужно научиться и в этом раю тоже жить осознанно. Пользоваться и бабками, которые к тебе приходят, и новыми знакомствами, и счастливыми моментами осознанно, не отождествляться с этим. Кайфовать, не отождествляясь с кайфом. И сознание будет присутствовать. Но как только все хорошо, мы кайфуем. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Сейчас, да?